Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию ударную дрель DEWALT D21716. Производство Чехия. Компактный, удобный инструмент для сверления отлично лежит в руке, позволяя добиться легкости и точности работы. Корпус изготовлен из противоударного пластика, редуктор из качественного металла, защищен от попадания пыли. Предусмотрено два режима работы – сверление и сверление с ударом. Реверс расположен над выключателем. Патрон зажимается при помощи ключа, который крепится на специальное ушко на шнуре. Кожух шнура пластичный и прочно присоединен к корпусу. Дрель оснащена двигателем мощностью 701 Вт. Число оборотов – 2600 в минуту. Для работы с древесиной дрель может использовать сверло с максимальным диаметром 30 мм. Для металла – 13 мм. Бетона – 16 мм. Масса дрели равна 1,8 кг. Компания «Электромотор» предлагает со склада в Киеве весь модельный ряд инструментов DEWALT. 100% гарантия оригинальности продукции. По вопросам приобретения инструмента DEWALT обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 300 38.